Good morning, В'єтнам. Доброго ранку, ми з України. Не дали орки поспати всю ніч. Но с хорошей стороны, смотрите, понимаю, вам надо, интересно, по текущей ситуации, много не могу рассказывать. Смотрите, давайте я быстренько пробегусь, то, что по вчера, и планы на сегодня, и дальше побегу. Смотрите, вчера ночью мы проводили операцию «Цыган», вот, у нас выехало там N количество районов, и мы там стащили, отобрали, спалили технику и забрали себе кое-что. Очень серьезно дали по Чернобаевке, очень серьезно отработали Еланинское направление. У нас там коллеги совместные операции еще мы с ними проводим. Сейчас брошу видео, которое есть по Чернобаевке. Такое. А вот. Но, собственно, орки обиделись, тащат десант, колонна со Снегиревки пошла. Пытаются что-то там отбивать, пытаются эвакуировать медиками. Ну, медиков отпустим. Но всех остальных сейчас накажем, работаем. Поэтому... Как это сказать? Сегодня ночью была первая наступательная операция, которая закончилась хорошо. Мы будем эту практику сейчас разворачивать. Всем доброе утро, всем добра, побежал я.